Сезон 2022-2023 выдался сложным для Дмитровского хоккейного клуба «Торнадо». Негативное влияние оказали уход из команды нескольких игроков, травмы лидеров и другие факторы. В результате «желто-черные» заняли 5-е место в женской хоккейной лиге. В Ледовом дворце состоялась предсезонная пресс-конференция клуба, в котором за лето произошли глобальные преобразования. Полностью поменялся тренерский штаб, в том числе покинул команду главный тренер Алексей Чистяков. Теперь «Торнадо» возглавляет Сергей Бондаренко, ранее работавший с юниорами клуба «Атлант» из Мытищ. Его коллега Андрей Делевский заменил Андрея Куникова на должности старшего тренера. Вместо Сергея Костюхина готовить вратарей будет Виктор Сидорин, который дебютирует в качестве тренера профессиональной команды. В составе тоже перемены. Большие изменения произошли в составе по сравнению с прошлым сезоном. Много игроков покинуло команду. Команда обновилась процентов на 60 точно. Планируются ли еще трансферы? Да, очень хотелось бы. А кто именно? Нападающие. В этом межсезонье Дмитровский клуб покинули нападающие Елена Зарипова, Лидия Малявка и Елизавета Шкалева, защитник Нина Пирогова и вратарь Софья Свящева. В числе тех, кто присоединился к «желто-черным», нападающие Екатерина Давлетшина и Алина Ландарева играли за клуб 7-62, а также Ольга Никитина. Защитники Екатерина Захарова выступала за «Бирюсу» и Екатерина Петина, 7-62, вратари Ирина Костина, КРС Шэньчжэнь и двукратная чемпионка ЖХЛ Мария Сорокина, Агидель. Я присоединилась к команде немного позже, но, в принципе, мне это не помешало достаточно быстро влиться в работу и, в общем-то, наверстать, так скажем, тот процесс, который они уже запустили в начале июля. Поэтому, в принципе, у меня никаких сложностей не произошло. Сейчас мы как бы притираемся друг к другу, смотрим, как у нас будет в течение сезона, кто за что отвечает. И, в общем-то, в целом мы все готовы к старту. Буду, скажем так, предлагать свою помощь в любом вопросе, как бы разговаривать с девчонками, какие-то советы им давать и, в принципе, помогать им расти, потому что посмотрим, сколько, скажем так, я смогу играть в этой команде. Я просто постараюсь дать им все то, что сама знаю, и чтобы они смогли с этим багажом дальше идти вперед. И, может быть, где-то лет через 5 мы с ними там встретимся, они меня поблагодарят за это. Спортсменки, уже перешедшие в «Торнадо», активно тренируются, а в клубе радушно принимают новичков, о чем рассказала юная нападающая Ольга Никитина. Для нее сезон 2023-2024 дебютный в женской хоккейной лиге. Адаптация идет полным ходом, все поддерживают, поэтому считаю, что коллектив здорово принял меня, например, и я ему благодарна. Настрой на новый сезон боевой. Ну, естественно, победа. Какие могут быть цели? Других целей не бывает. До старта регулярного чемпионата женской хоккейной лиги осталось меньше месяца. Первая игра сезона для Дмитровского клуба состоится в гостях с нижегородским «Торпедо» 18 сентября. Также идут переговоры о проведении товарищеских матчей. Пожелаем «Торнадо» удачи в новом сезоне.